друзья и гости канала, я сегодня вам покажу, как приготовить вкусный холодец из 4 видов мяса. Туда будет входить говядина, свинина, курица и кролик. Я вам хочу показать, какой у меня получился насыщенный бульон. Мяско все сварилось хорошо, оно мягкое. Сейчас я буду разбирать мясо от костей и будем готовить холодец. Все, я приступаю. Мяско резать меленько. Я сейчас порежу все мясо. Я уже заготовила чеснок. Вот он. Его нужно будет через чеснокодавку подавить. Перекладываю в тарелочку его. Мяско я меленько порезала. Чесночок, у меня было 6 зубчиков чеснока. Я через чеснокодавку его протерла. Теперь я буду бульончик процеживать в емкость побольше, с помощью сотейника, чтобы не попали косточки. Лишнее я убираю. Теперь я добавляю нашему бульону чеснок. Добавляю черный, красный перец. Я буду выкладывать мясо. Перемешаю, чтобы распределился чеснок. Мяско у нас слежалось, его надо маленько шевелить. Смешиваем. Попробую на соль. Я хочу немножечко добавить еще соли. Перемешаю. И буду разливать наш холодец. Перемешиваю, чтобы нам попало и мяско, и бульончик. Разливаем холодец. Перемешиваем. Пахнет чесноком. Очень вкусно пахнет. Разливаю. Набираю в холодильник, чтобы наш холодец застыл. Вот такой получился холодец из 4 видов мяса. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Пока!